Дипломаты Казахстана сделали оригинальный подарок городу Бресту и его жителям в честь тысячелетия. Мыслей было много, остановились на создании фонаря. Но какого? Воссоздана уменьшенная копия древа жизни, которая является символом столицы Казахстана, города Нур-Султан. У нас в нашей стране, в нашей столице стоит главный монумент Байтерек, древо жизни. Как раз таки он исходит из древних традиций, из древних поверий казахов, что когда-то в степи в огромной стоял огромный исполин. И назвали его Байтерек, потому что его корни глубоко проходили в землю и соединялись как бы с прошлым. А огромный ствол находился в настоящем. Ветви деревьев касались неба и соприкасались уже с будущим. И пока стоит такой исполин, жизнь продолжается. Поэтому мы понимали, что Брест – это имеющий тысячелетнюю историю город, который, в общем-то, славится как еще город фонарей. Поэтому мы решили, чтобы изготовить такой декоративный, заказать изготовление такого декоративного фонаря в виде нашего монумента Байтерек. Надеемся, что, в общем-то, этот как раз-таки символический фонарь, он будет свидетельствовать о прошлом и настоящем, и о прекрасном будущем Бреста. То есть хотелось нашу лепту внести в историческую, в тысячелетнюю историю Бреста. За изготовление оригинального фонаря взялась компания Art Anvil, и с задачей справилась весьма успешно. Сегодня фонарь Байтерек станет украшением улицы Карла Маркса. На церемонии открытия арт-объекта были приглашены председатель Брестского городского совета депутатов Николай Красовский, глава администрации Ленинского района Валентин Милошевский и главный архитектор Николай Власюк.